Когда мы увидели о том, что в малых городах Красноярского края большие проблемы с экологией, и я, наверное, первый озвучил на весь край о том, что город Назарово после Ачинска и Норильска на третьем месте по выбросам, а никто на это внимания не обращает. Да, обращают на бензопирен в Минусинске, на бензопирен в Канске. Проблема Назарова есть, сегодня мы об этом говорим. И мы сделали реальный шаг о том, что сделали экологические программы по малым городам, выделили сводные расчеты. Сводные расчеты для жителей Назарова – это главное, что это инвентаризация выбросов. Кто выбрасывает, а потом остальные мероприятия. По всем направлениям почему-то считают, что сверху скажет, то мы и будем делать. Неправильно. Вы скажите нам, мы готовы либо услышать, либо поправить, либо совместно работать. Потому что когда инициативу проявляем мы, начинается критика. То не посмотрели, то не сделали, то не додумали. Поэтому мы все карты в руках у вас. Теперь я правильно сегодня сказал о том, что через 2 месяца мы приедем и уже будем спрашивать с города Назарова, создан ли организационный комитет, какие мероприятия и чем мы можем помочь. Потому что формируется бюджет Красноярского края на 22, 23, 24 с июля месяца, и в декабре он будет приниматься. Мы впервые включили в бюджет Красноярского края мероприятия по экологии по малым городам.